та же пальма, но на другом острове. А может мне тоже такую штуку? Апельсиновый фреш? Обижаешь. Манго. Ну, что я могу сказать? На Мальдивах, конечно, было получше. Да, согласен. Сервис здесь, конечно, скромненький. Ладно, чё, может, сфоткаемся? Угу, у тебя что, новый телефон? Да, взялся новый iPhone 12. 5 камер, 3 экрана, зарядка по Wi-Fi, все дела. О, а давай, короче, с местными сфоткаемся, да? Давай. Стас, давай с нами. Слушай, что-то они какие-то скучные, может, нас не понимают. Хотя, подожди, я знаю одно волшебное слово. Алоха. Давай все вместе. Алоха! Отлично, потом, короче, в Инстаграм залью, напишу «Москвичи на Бали». О, наш Мугрук звонит. Алло, да-да, Дмитрий Витальевич. Петя, добрый день. Слушай, я на минуточку не сильно отвлекаю? Да нет, Дмитрий Витальевич, все нормально. Я, в принципе, ничем не занят. Слушай, такое дело. У нас уже на носу конгресс молодежи. Организаторы попросили подготовить презентацию своего объединения. Ну, чтобы было ярко, весело, со смыслом. Сможем? Да, конечно, Дмитрий Витальевич. А что за тема? Ну, здесь нам повезло. Тема... Мы просто в шоколаде. В общем, тема обеспеченность. Конечно, Дмитрий Витальевич, вообще наша тема. Нужные связи подключим, лучших ведущих пригласим, все будет в шоколаде. А, так я могу быть спокоен? Конечно, Дмитрий Витальевич, все будет как надо. Супер. Ну что ж, тогда пока. Да-да, до свидания. Ну что, кого подключим? Слушай, ну не знаю. Может быть, Димку Нагиева? Хотя... Или Ваньку Урганта. Хотя, не знаю, Первый канал занятой. Да ладно, потом подумаем. А сейчас джакузи. О, ништяк, джакузи, наша тема, погнали. Ребята, хорошо, что вы в таком количестве пришли на молодежку. Сегодня хотелось бы вместе с вами поговорить на тему обеспеченности. Давайте мы с вами откроем Библию. Первое послание Тимофею, 3 глава, 17 стих. Ты чё? А чё? А ничего. Старым приложением, что ли, пользуешься? А чё? Да ничего. Смотри, как надо. Привет, Сири. Чё там? 1 Тимофея, 3:17. Мне не удалось найти никаких встреч по поводу Тимофея на сегодня в 15 часов 17 минут. Создать? Сири, ты чё? Боюсь, мне не очень нравятся подобного рода оценочные категории. И чё, твой Сири? Ничего. Не понимаю, но кто думает вообще, что Москва вот такая? Москвичи, опустите руки, пожалуйста. Ну что, давайте знакомиться, друзья.
Москва. Москва была основана в 1147 году. Чё за унылая скукотень? Это город Москва. Москва, 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 Москва. И это тоже Москва. И это Москва. Москва, Москва, Москва. Снова Москва. Ах, какая же она красивая. Кто красивее? Чайник, Джеки Чан или Скарлетт Йоханссон? Ты чё, совсем? Конечно, Москва. С высоты птичьего полета... Москва похожа на Москву. Этот ребенок только что узнал, что он родился не в Москве. В Москве живут самые красивые, умные и талантливые люди. И собака-полиглот. Если ты никогда не был в Москве, нам не о чем с тобой говорить. Поговори лучше с ней. За время этого ролика слово «Москва» прозвучало 19 раз. «Москва» — 20 раз. «Москва» — 21 раз. Да какая разница сколько? Чем больше, тем лучше! «Москва! Москва! 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 Москва!» Бесконечно долго можно смотреть на три вещи. Фото Москвы, видео Москвы и макраме с видами Москвы. Да что мы все о Москве, да о Москве. Московское объединение Западно-Российского Союза. Город Москва. Внимание встречающим! Поезд номер 375 Воркута, Москва прибыл на третий путь. Отчет вагонов начинается с головы состава. Ну что, столица, встречай своих героев! Должен сказать, что Москва меня встретила весьма радушно. В первые же минуты я очень тесно познакомился с местным населением. Арбатская, Пражская и Братиславская, Новослободская, Автозаводская, Марина, Выхино, Новогиреево, на Краснопресненскую переход. Осторожно, двери закрываются, следующая станция Комсомольская. The next station is Комсомольская. Опять же время решил зря не терять и строить карьеру, ведь в Москву все едут за деньгами. Свободная касса. Конечно же, это не мешает мне грызть гранит науки, поэтому на лекциях я всегда свежий, вникаю в каждое слово преподавателя. Ты сова и любишь хорошенько поспать до 10 или даже 11, не беда! Московский ритм сделает из тебя жаворонка, ведь до одного универа ты будешь ехать 1:40. Но знаете что? Зато именно в московских дорогах у тебя есть уйма времени, чтобы подумать, поразмышлять, определить свой смысл жизни, а также осознать, что вокруг тебя такие же люди, как и ты сам. Такие же полные больших надежд. Друзья, все мы разные. У каждого своя история, свои особенности характера, свои интересы. Каждый индивидуален. Но у нас есть что-то общее. У нас есть что-то особенное. Большинство людей в этом мире стремятся быть обеспеченными, мечтают жить в богатстве, в роскоши. Но те, кто понял жизнь и ее смысл, подтвердят. Жизнь в Боге и служение ближним – это реальная жизнь. Верно? Кстати, финансовая обеспеченность – не мешает служить обществу, в котором мы живем. А еще Христос, который однажды пришел несколько тысяч лет назад, потом ушел, Он пообещал, что придет опять. И место, которое Он приготовил, это самое шикарное место. Об этом месте мы хотим спеть песню. Присоединяйтесь.
Я не забуду тот край, где я был рожден, в шуме прибоя хвалы, в вечной музыке славы, в спокойном дыхании жить, в радостном желании плакать, и в тихом порыве кричать, искренне с верой молиться, верено ждать. Следами, я знаю, увижу вас, что было б с нами. Если бы не милость, если б не любовь твоя. Ведь и суд пострадал, искупил, оправдал дорогу.